Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам покажу косметические средства, которыми я пользуюсь. Недавно я купила корейский крем. Этот крем уменьшает видимость шрамов и прыщики, что увлажняет кожу. Он действует как противовоспалительное и восстанавливающее средство. На запах, как мази аптечные пахнут, такой же запах, он такой вот жиденький, очень хорошо увлажняет кожу, как будто вот он немножко как водичка по консистенции. Очень хорошо увлажняет кожу, мне нравится этот крем, я его использую. А также я использую вот такое средство. Такая вот коробочка. Вот. Он такой прозрачный, тоже прекрасно увлажняет кожу. Это совсем недорогие средства, я их покупаю в онлайне из Кореи. Делает кожу светлее, ярче. Тоже как водичка, очень хорошо впитывается, и кожа такая вот, если здесь попробовать, я не наносила крем, и здесь разница очень ощущается. Здесь более шершавая такая, сухая кожица, а здесь очень мягкая, приятная на ощупь. После умывания я обязательно использую тоник. Очень хорошо увлажняет кожу, а также хорошо очищает и стягивает поры. Для глаз я использую вот такой крем. У меня их два. Один я купила в клинике в медицинской. Этот крем достаточно-таки дорогой. Доктор мне, дерматолог мой, приписал для кожи вокруг глаз. Он сказал, что это как бы против черных кругов под глазами и осветляет, увлажняет кожу вокруг глаз. Увлажнение очень хорошее. Ну, я не думаю, что я буду опять его покупать, так как он очень дорогой. Он без запаха для чувствительной кожи. Его нужно совсем немножечко нанести на пальчики и вот так вот. Слишком близко глазам нельзя крем наносить. Вот тут, где ваши косточки вокруг глаз, вот по ним вот так вот идем круговыми движениями, вот так, и слегка похлопывая. Как бы такой массажик для кожи вокруг глаз. Очень оздоровительный, приятный процесс. Если вы знакомы с косметикой Clients, это вот она. Девушка в магазине мне посоветовала его. Единственное, что мне нравится, так это вот такой аппликатор. И что еще мне нравится, то что не нужно его трогать руками вокруг глаз. Вот, вот так вот выдавливается. Немножечко. Наносим под глаз. Я его держу в холодильнике, вот эта вот железная штучка, чтобы было холодненько, и тогда холодное очень хорошо для кожи, особенно вокруг глаз. И так же само наносим круговыми движениями. И обязательно держите этот кремчик в холодильнике. После того, как вы нанесли вокруг глаз свой крем, аппликатор будет грязный. Его нужно обязательно протереть хорошо салфеточкой, вот так вот.
чтобы не собирались там никакие микробы. И закрываем крышечкой. На ночь я обязательно использую масла для кожи. У меня их несколько видов. Вот такое масло. Это я купила в профессиональном магазине. Не каждый может купить его. 7 в 1 написано. У него 7 функций в одном флаконе. Он как заживляющее, универсальное, восстанавливающее. Это масло просто отличное. Я его обожаю. У него замечательный запах. Очень приятно пахнет. Также кожа становится очень мягкой. Обычно я мешаю масла с каким-либо ночным кремом, которым вы пользуетесь. Вот немножечко, несколько капелек добавить в крем, растереть хорошо и нанести вот такими движениями на лицо. Но обычно только на ночь делаю, так как они жирные, эти масла. Днем будет не очень приятно на лице. Также я использую масло авокадо и касторовое масло. Касторовое масло — это вообще замечательное, его можно для всего использовать. Оно достаточно густое, поэтому его нужно обязательно мешать с каким-либо кремом. Также я использую масло чайного дерева. Эфирное масло чайного дерева является прекрасным антисептиком, сильным противовоспалительным и противовирусным средством. Довольно часто оно входит в состав растворов для массажей и ингаляций при бронхите, ангине, синусите, кашле, гриппе и простуде. Но также оно прекрасно и для кожи. Масло чайного дерева я также добавляю 1-2 капельки, мешаю с кремом, который я буду наносить на лицо. Обычно я это делаю на ночь. Днем я обязательно использую крем, который защищает от солнечных лучей. Вот такой крем я использую. Солнцезащитный крем защищает вашу кожу от прямых солнечных лучей. Он помогает избежать ожогов, раннего старения эпидермиса, также кожных онкологических заболеваний. Я надеюсь, друзья, вам понравилось это видео. Пользуйтесь средствами, защищайте, увлажняйте свою кожу и будьте красивы. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока!